Раз, два, три. Черепахи из озера, они очень грязные, их несколько раз отмывали, но вода мгновенно становится черной, стоит их туда поместить. Номера на спинках, это кодировка для докторов. Их всех взвесили, обозначили, описали состояние их здоровья. Здесь у нас балкон, здесь плохое освещение, но подходящее для черепах температура. Сейчас здесь плюс 7 градусов. И здесь большие, здоровые, упитанные черепахи ждут перемещения к месту, где они будут окончательно зимовать. Их 18 штук сидит в этом большом контейнере. Это черепахи маленького размера. Те, что из них побольше, будут отправлены в спячку вместе с остальными. Совсем малыши спать не будут и проведут зиму в аквариуме под ультрафиолетом.